gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Just commence your feet to skate. Ну что, добро пожаловать в мою школу танцев. Желаю всем хорошего дня. Все, я пошел танцевать. Do me a favor, honey, go someplace and hide. Самая большая проблема – это утром встать. Я считаю, что моя мама заслужила памятник, потому что каждое утро на протяжении многих-многих лет ни один будильник меня не берет. Мне звонит мама и будет меня. Звонит, причем телефон находится прямо у меня практически рядом с подушкой. Вот. Но порой это бывает… рекорд был 120… Один пропущенный звонок, прежде чем я услышал наконец-то. Как правило, где-то в 10, в 11 утра я уже в школе. То есть школа работает с 10, вот, иногда уроки у меня прям сразу начинаются там с 10, иногда с 11, вот. Возможно, иногда уроки там чуть позже, но, как правило, до этого какие-то встречи происходят, какие-то... возможно, интервью или по развитию школы встречи. Вот. Вот хочется проснуться, когда откроются глаза. Вот это вот, там, Женя, у тебя есть мечта. Вот на данный момент у меня мечта, чтобы проснуться в тот момент, не когда будильник зазвонит, не когда мама позвонит, а когда вот у меня прям глаза откроются, и я пойму, что я выспался. Я очень хорошо помню этот момент, как я познакомился с танцами. Девочка в первом классе, которая мне очень нравилась, я узнал, что она пошла на танцы. Вот. Но я тогда болел футболом. Я был абсолютно, вот я в 5-6 лет, я четко знал, что я стану лучшим в мире футболистом, чтобы вы понимали. Это был план. Дальше эта девочка, которая мне очень нравилась, Марина. И потом я понял, что у нас практически весь класс пошел на танцы. Я был с детства такой, знаете, абсолютно внутри лидер. Я прям первым должен быть. Я думаю, как так? Все пошли на танцы, я обязательно должен пойти на танцы и стать лучшим. Первым среди всех. И в глазах этой Марины. Вот, в итоге... Я также хорошо помню, как постепенно все заканчивали, бросали танцы через какое-то время. И вот как раз в 6 лет, когда мы все пошли, это были как раз студия бального танца, спортивного бального танца, вот мы в Доме культуры «Салют». Я помню этот первый урок, я захожу, столько девочек было, это прям был рай. Такой вот рай, я это увидел, думаю, да, вот. Это мне нравится. Тогда я еще этого не понимал, но это такое место, куда мне хотелось вернуться. То есть вот мне прям... Я после школы бежал на футбол, тренировка была футбола. Потом я после футбола, я помню, каким бы я уставшим не был, но тогда нагрузки уже были безумные. Я прямо ехал на танцы, и мне нравилось. Футбол с танцами порядка 5-6 лет я совмещал. Это было очень интересно, это абсолютно разные истории, такие разные драматургии, когда мы там с парнями там на поле, там чуть ли не до драк, там, знаете, это... турниры, чемпионаты, победы, проигрыши, какие-то выездные матчи, все это в дождь, в грязи, там, месили этот мяч. Но это было круто. Это было прям... И тут же переключение, там, дома, душ, на танцы, где-то там в галстуке, в рубашке танцуешь вальс или там ча-ча-ча, или сам. Это абсолютно разные вот такие драматургии, соревнования, когда ты только вот
какой-нибудь обидный проигрыш или победа, я не знаю, в футболе, и тут же в этот день могло быть соревнование по танцам, где ты в костюме, тогда эти были блески какие-то, знаете, это вот платье там у девочек. И это очень интересно было. Такое. И при этом мне еще нравилось учиться, чтобы вы понимали. Я очень хорошо учился в школе, вот, вообще без троек. Вот прям четко шел, я хотел закончить без троек. И, фигачил вообще. Фум, вечером еще уроки. В детстве было четкое понимание, что если ты что-то делаешь, должно делать очень хорошо. Вот. То, что я сказал про ощущение лидерства, вот, быть первым, это абсолютно точно. И оно только одно место существует, первое. Больше никакого. И я понимал в какой-то момент, что из-за того, что и уровень становился в футболе серьезным, и в танцах, да, и я распылялся, потому что я понимал, что я там не успеваю. И я понимал, что в футболе, ну, объективно, я понял, что я первым не стану. Вот. Как бы у меня обидно не было это признавать, но я понимал, что я не очень хорошо играл в футбол. Были в команде лучше гораздо. Я когда видел то, что я вот не лучший, и моих усилий не хватало стать лучшим. А в танцах прям пошел такой вот, пошли победы, какие-то турниры очень успешные. И вот тогда такой подумал, попереживал, приехал, сдал форму футбольному тренеру, капитану, там у нас был капитан. И все. И у меня прям чик, у меня вот я помню, как я поехал на тренировку по танцам вечером. И это была уже совсем другая тренировка. Тогда я уже понял, что это станет, ну, если не всем для меня в жизни, тогда, может быть, я еще все равно этого не понимал, то очень многим. Сейчас мы едем на съемку клипа, клипа моей подруги, замечательной артистки и певицы Наташи Королевой. Вы со мной? На всякий случай, много с собой вещей для танцев в клипе, для вечерней съемки, для уроков. Как вы видите, вещей правда много. Времени заехать домой переодеться просто нет. Поэтому все приходится возить с собой. Ну, здравствуй, моя радость. Ну что, погнали! Очень люблю водить машину. Вот прям очень люблю. А когда еще нет пробок, так это вообще тройное удовольствие. Я не знаю, что должно произойти, чтобы у меня был водитель. Я прям помню, как я шел на тренировку и слушал эту песню. Это класс. Приехали в прекрасный парк Горького. Мне очень интересно, что сейчас будет. Я ищу, где же Наташа. А, видимо, там. Вон съемочный процесс. Наташенька, здравствуй! Под фонтаном в парке Горького. Привет, мой зайчик, мой зайчик. Ой, Наташа. Мой зайчик. Смотри, у меня в парке Красная Пресня, потом урок, он начинается в 7 часов. Вот мне нужно доехать туда. То есть в 6 часов тебе надо уйти? Ну, где-то, да, без чего-то 6. Знаешь, такой доехать спокойненько. Ну, давай, сейчас тебя познакомлю с ребятами, с режиссером. Ой, нейра! Си ту керес, те понгу ун ча-ча-ча. Tengo una historia, que sea una historia verdadera, que sea leyenda, metropolitana de barrio, no importa, a mí me da igual. Son cosas. ¡Paga drama! Son
Вообще, сколько я себя помню, если, наверное, одной фразой можно как-то мою жизнь характеризовать, это такой нон-стоп. Без пауз. И я... Наверное, это не совсем верно. И стоит остановиться иногда и, может быть, как-то на все посмотреть немножечко с другой стороны, потому что у меня такое ощущение, что вчера я только закончил институт, или там мне 15-20 лет, уже 32 года. И как бы я-то себя еще вот вообще ощущаю абсолютно вот, парнем таким, а уже 32 года уже какой-то все равно такой, этап я прожил. Конечно, очень хочется семью, очень хочется найти такого человека, с которым это будет раз и навсегда. Это, наверное, такие какие-то банальные мысли. Но это так, я вырос на примере своих родителей, я вижу, как люди всю жизнь вместе счастливы. Не хочется, чтобы это было лишь бы, да, лишь бы там семья ради семьи, просто потому что это, знаете, как раньше было принято, там, до такого-то там возраста обязательно зажениться, выйти замуж, родить ребенка. Нет. Сейчас у меня, наверное, приоритет, не наверное, а точно приоритет другой. Я хочу сейчас сделать максимально много именно профессионального, именно что касается танцевальной истории, открыть еще школы. Совсем скоро у меня будет попытка установить мировой рекорд. Будет самый массовый урок танца в мире. Совсем скоро очередной, уже 9-й в моей жизни, сезон танцев со звездами. Давайте будем объективными. Огромную роль проект «Танцы со звездами» сыграл в моей жизни. Это, конечно, это важный момент очень в моей жизни. Это как маленькая жизнь в моей жизни. Самый популярный все-таки проект в мире. Один из самых популярных. И мне очень приятно, что в нашей стране он также очень популярен. Опять же, не мне судить, как я выступал и что было, но, как мне кажется, что-то получилось. И, как мне кажется, получилось, в том числе и с помощью этого проекта, как-то привлечь людей в танцы, заниматься танцами, поверить в себя, поверить в то, что они это могут сделать, могут научиться танцевать. Неважно, какой у вас рост, вес, статус, любой человек может прийти и начать танцевать, учиться танцевать. Фестиваль — это нечто особенное, что вообще сейчас происходит, и, собственно, сам фестиваль — то, что будет в моей жизни, потому что это первый опыт такой с нашей командой. Наша, собственно, школа танцев является партнером этого фестиваля, и я буду вести, собственно, как и мастер-класс в какой-то из дней, я сейчас не помню точно, так и, собственно, все вечерние отделения, концерты. Но это будет очень круто. Вы знаете, в двух словах это сложно передать. Это приезжает порядка 30 мировых звезд,
танцевальных, музыкальных звезд. Вот все такие, не побоюсь этого слова, ну, легендарные личности латиноамериканской культуры, вот, будут давать здесь мастер-классы, будут выступать для всех нас, радовать своим мастерством. Вот, все это проходит, будет проходить в Центре международной торговли с 23 по 25 мая. Это прям событие. Событие для Москвы, для России. Очень приятно, что огромное количество школ поддержало эту историю и с благодарностью, что они и придут, и будут брать мастер-классы, собственно, участвовать в отделениях вечерних и представлять свои школы. Но, к сожалению, очень многие школы по непонятным мне причинам такие истории почему-то не особо поддерживают. Вот как-то, знаете, такая изолированность, она мне непонятна. Знаете, это создается и, в частности, тратится огромное количество сил для того, чтобы вот это все создать. Создать эти уроки в парках, создать фестиваль. Это все без всякого подвоха. Это для того, чтобы люди увидели, попробовали, и, возможно, после этих уроков, возможно, после этого урока кто-то просто стал счастливым. И круто. Это значит, мы не зря это все делаем. Не зря. Ну, ради таких моментов, вот вы спросили, что ты испытываешь, когда к тебе подходят, благодарят, фотографируются, улыбки на лице. Вот это счастье. Для меня это абсолютное счастье. Я вижу счастливых людей, и я каким-то образом был к этому причастен. Густаво Лима и Восе. Густаво Лима и Восе. Густаво Лима и Восе. Я уверен, что вечер будет очень жарким. Это будет вау, вау. Я надеюсь, всем зрителям передастся это настроение, это вообще эти эмоции. Я желаю вам удачи. Я с вами, и все будет хорошо. Это счастье, которое я очень ценю, и я благодарен вот Всевышнему, что у меня есть возможность заниматься самым своим любимым делом. Любовь всей моей жизни – это танец. И для меня это… Я хочу, чтобы эта любовь, она только усиливалась и никогда не прекращалась.